Всем привет! Вы на канале Лифакула. Я буду очень рад, если ты все-таки не проигнорил это видео и посмотрел его, потому что оно очень важное. Я поясню в этом видео, почему выкладывать ролики на YouTube с каждым годом, с каждым месяцем становится все сложнее и сложнее, и все больше появляется таких моментов, когда тебе уже хочется немного отдохнуть. Нет, я понимаю, у меня ролики очень редко выходят. Сейчас объясню, почему. Во-первых, надо придумать ролик. Нет, я понимаю, но вы просто... Вот многие говорят, вот Доджа А4, он выкладывает ролики один ролик в 3 дня. Это просто невероятно, я не представляю. Это, наверное, без выходных надо работать. Еще говорят то, что он плагиатит. Нет, я не защищаю никак Влада. Иногда там постановки присутствуют, но вы просто поймите. Не всегда появляются идеи, чтобы снять ролик. Я просто я могу немного задержаться, чтобы придумать ролик. И нужно взять идею и сделать ее такой, чтобы ее повторили, ничего не было, или... В общем, очень жесткие правила на Ютубе из прошлого года, мол, ты должен делать контент безопасным полностью, чтобы было все безопасно, чтобы никто это не собирался повторять, и чтобы надо корчить из себя непонятно кого, все эти челленджи. Я понимаю, но всем этим блогерам, наверное, уже просто надоело их снимать. Потому что ты должен выкладывать ролик раз в 3 дня. Ютуб, блин, сделает такие правила, что, блин, если ты выложишь ролик, и там спустя пару дней актив спадет, ты выложишь новый ролик, и все, конец. Ты должен будешь придумывать такую идею, чтобы это было интересно, ну и чтобы у тебя не отключили монетизацию. Я не зарабатываю на Ютубе, потому что, ну, вы сами поймете, зачем мне вообще там зарабатывать на Ютубе. Но многим же хочется получать с этого деньги, потому что, ну, надо же какое-то вознаграждение за старание. Я просто как любительская снимаю видео, все эти смешные приколы, не ради того, чтобы получить популярность, а потому что, ну, мне это нравится. А многие зарабатывают на Ютубе, и с каждым разом все эти правила становятся все жестче и жестче, поэтому кроме как всяких челленджей не остается, блин, снимать. И идеи, вот это просто невероятно, как пахать можно. Стырил у этого, а как тебе могут идеи за 5 секунд прийти? Это просто невозможно. В общем, YouTube с каждым разом, с каждым годом, плюс странная реклама на YouTube, в общем, YouTube с каждым разом ты становишься все страннее и не таким уж, не знаю. Просто вспомните 2016 год. Вот сейчас вот контент для детей продвигается. 60 миллионов подписчиков у Кокомелон, этого канала странного. Это просто невероятно. Ютуб, спасибо тебе большое. Ладно, вторая новость. Она тоже довольно важная. В общем, начиная с сентября или с конца августа, скорее всего, с сентября. В общем, у меня в мозгу появилась такая другая рубрика, в общем. Одна очень интересная рубрика. Надеюсь, она вам будет нравиться. Просто, знаете, мне надоело, вот честно. Вот я устал снимать, короче говоря, все эти скетчи. Мне надоело корчить из себя непонятно кого. Да это выглядит глупо, блин. Мне просто надоело. Мне хочется снимать что-то такое, которое было бы кому-то интересно, серьезно. Ну, интересно. Понимаю, что иногда хочется какого-то развлекательного контента, но таких каналов полно, и это, короче говоря, я уже понял. Но оно уже давно не в тренде, это уже давно не модно снимать. Поэтому я перейду на другую рубрику, и в этом августе месяце, скорее всего, видео не выйдут. Это скорее всего. Но просто я готовлюсь к очень большой рубрике, вы увидите. В общем,
Но на эту рубрику у меня будет, конечно, больше сил тратиться, и она будет раз, может, 2 недели, но я буду стараться снимать. И уже монтаж будет у меня на компьютере, ну, полноценный монтаж, я буду, в общем, развиваться. Конечно, у меня камера сейчас телефон, потому что, ну, понимаете, за 20 тысяч рублей камеру мне не особо хочется покупать, но это в России, а в Беларуси, ну, минимальная камера 800 рублей. Это просто бешеные бабки. У меня всего 200 рублей накопилось. Я, в общем, камера у меня пока телефон, поэтому качество будет не очень. Но буду стараться. Может, петличку скоро куплю, чтобы было более получше звук. И, в общем, да, такие вот новости. Если ты посмотрел этот ролик до конца, то ты просто молодец. Да. Ну, в общем, надеюсь, эти новости что-то дали. Не знаю, чем вам это видео, конечно, может понравиться. Ну, в общем, ждите следующую рубрику. Всем пока!